В Доме дружбы прошло торжественное заседание, посвященное 15-летию хадж-миссии России. Участие в нем приняли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и руководители духовных управлений мусульман ряда субъектов. Подробности у Атикат Магомедовой. Рамазан Абдулатипов прежде всего поздравил всех мусульман с 15-летием хадж-миссии России, пожелал здоровья, благополучия, а организаторам миссии еще и успеха в этом богоугодном труде. Хотя в своей сущности дагестанцы прекрасно понимали, что такое хадж, насколько это огромное значение имеет для него, для его семьи, для его родины. И в этом плане наш муфтий и в прошлом Саид Мухаммад Хаджи, и далее долгие годы шейх Ахмад Хаджи, значит, Саид Афанди, наш высоко почитаемый человек, которые способствовали этой работе и максимально делали все, чтобы действительно совершение паломничества служило духовному обновлению Дагестана и дагестанцев. Глава отметил слаженную работу всех организаторов хаджа, в частности, подчеркнул деятельность муфтията Дагестана и куратора всей хадж-миссии Ильяса Умаханова, которые долгие годы фундаментально занимаются этим вопросом. В паломничество к святым местам в Саудовскую Аравию ежегодно отправляются тысячи дагестанцев. Только в прошлом 2016 году паломничество совершили более 7 тысяч жителей республики. На самом деле история хаджа не начинается только с Совета по хаджу. Хадж начался гораздо раньше, и вот даже архивные документы показывают, что перелом произошел в 90-х годах. С 45-го по 90-е годы прошлого столетия за 45 лет хадж совершили, вот по тем данным, которые есть у нас в распоряжении из архива, всего 900 человек всего из всего Советского Союза. Это в среднем 20 человек в год. А начиная с 90-х годов счет уже шел даже не на сотни, а на тысячи. И сегодня мы можем с удовлетворением сказать о том, что если начинали всего с 10 регионов, из которых выезжали паломники, то по итогам прошлого года это 73 субъекта федерации, из которых паломники Российской Федерации имели возможность совершить хадж. В рамках заседания выступили известные духовные деятели и руководители духовных управлений мусульман ряда субъектов. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди рассказал о положительном опыте взаимодействия с туроператорами, участвующими в процессе перевозки паломников хадж. За последние 15 лет из Республики Дагестан хадж совершили более 200 тысяч человек. Немалое количество совершивших хадж из других регионов Российской Федерации. Хочу отметить, что после создания Совета по хаджу и хадж-миссии России в 2002 году была налажена система организации хаджа российских мусульман на высоком уровне. Благодаря взаимодействию духовных управлений и органов государственной и исполнительной власти удалось создать эффективный механизм организации хаджа. В ходе заседания также выступил чрезвычайный полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в России Абдурахман бен Ибрахим Ар-Раси, который отметил уровень взаимодействия Королевства и Российской Федерации. Руководитель хадж-миссии России Магомед Гамзаев и другие ученые и богословы. Мы собрались, чтобы выразить свою радость и поздравить хадж-миссию с 15-летним юбилеем. Хоть это и небольшой срок, но это очень важно для нашей страны, так как буквально только в 90-х годах мы получили какую-то свободу для вероисповедания, начали строиться мечети. Даже сегодня, если я не ошибаюсь, в цифрах приводились, что в Дагестане было 27 мечетей, по-моему, у нас в республике тоже, в Татарстане 24 мечети осталось после распада Советского Союза, и вот уже сегодня 1535, и у вас более 2000. Поэтому все эти события, они важны, они связаны, мы должны это отмечать.
будь то внутри страны, за пределами и в самой Саудовской Аравии, говорят о том, что хадж-миссия Российской Федерации признана одной из самых лучших по организации паломничества. И, естественно, это вызывает у нас определенную гордость. Действительно, паломники не испытывают вот тех тягот, как раньше. И мы видим, что вот такое взаимодействие и органов власти, и духовных управлений Российской Федерации приводит вот к такому результату. Среди таких монстров, которые имеют многовековой опыт, как Турция, Пакистан, Малайзия, Пакистан и другие страны, арабские страны, мусульманские страны, среди них российская хадж-миссия признана по итогам прошлого года, позапрошлого года, подряд два года, одной из лучших в мире. Это показатель, что за эти четверть века, за 20-30 лет, какой резкий скачок нам сделано в организации хаджа. По итогам обсуждения участники заседания и высокопоставленные гости ответили на вопросы журналистов, а завершилось торжественное заседание вручением всем сторонам, вовлеченным в процесс проведения хадж-кампаний, государственных наград, благодарственных писем и грамот. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждается Хабибов Азбек Асадулаевич, генеральный директор туристической фирмы «Марва Тур». Атикат Магомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.